Но прямо сейчас бороться за свое место будет единственная за все сезоны шоу «X-Factor» девушка-победительница. Вы знаете, она прекрасна. Это Аида Николайчук. И рядом со мной находится ее группа поддержки. Это поклонница Валерия и автор песни Алена. Так, сразу признавайтесь, говорите мне, это будет хит? Аида сама по себе хит, так как она, вы сказали, она единственная девушка-победительница. И мы хотим продолжить традицию Руслана, чтобы украинские девушки привозили победу в Украину. То, что Аида сама хит, я не сомневаюсь. А песня-то классная будет? Классная. Точно? Моя же. Конечно, классная. Как я могу сказать? Нет. Ну, вообще, да, я с вами согласен. Мне кажется, все-таки это решают зрители. И наши судьи. Давайте не будем об этом забывать. Ну и давайте прямо сейчас посмотрим, какой же будет песня Аиды Николайчук. Жизнь в один день перевернулась. После X-Factor я понимаю, что вот это мой путь, и уже не свернуть. Я чувствую, что могу представить нашу страну на самом достойном уровне. Эта песня будет близка каждому человеку. О том, что внутренняя сила живет в каждом украинце. Однажды в меня поверила вся Украина. Теперь я хочу, чтобы в Украину поверила вся Европа. Аплодисменты!
Зрители в восторге, но они не знают, что... я получил еще большее удовольствие, чем они. Вы спросите меня, почему, а я вам объясню. Дело в том, что, друзья мои, готовы, да? У этого шикарного платья открытая спина. Но давайте обратимся к нашим судьям, узнаем, что они думают по поводу выступления. Константин, прошу. Ну, мне кажется, что вы просто созданы для телевизионных конкурсов. Потому что вас можно... возможно смотреть даже с выключенным звуком и получать удовольствие. Господи. Правда, ой. Да? Это комплимент. И реально, вы знаете, если вам подготовиться к Евровидению, то есть подготовиться тщательно и профессионально, то у вас реально есть все шансы для того, чтобы там очень удачно выступить. Потому что если бы там давали бы, скажем, знаете, вот призы за красоту, ну вы бы точно выиграли. Правда. И искренне вам говорю, как бы единственное слабое место, это то, что у вас очень средняя песня. Я не говорю, что она плохая. Она никакая просто. То есть средняя, понимаете? Она не плохая и не хорошая. Это просто песня, в отличие от вашей неординарной внешности, песня ординарная. То есть, как бы, вот и все, что я хотел бы сказать. Спасибо. Спасибо, Руслана. Костя, я з тобою категорично не згідна, що всі найкращі співачки знаходяться в Америці, на худой конец в Британії. Я вважаю, що найкращі голоси в тому числі знаходяться в Україні. Ти як ніхто їх бачиш. Я это і сказав. І мені, Аїда, я вважаю, що це один з найкращих голосів, яких я чула взагалі в Україні. Глибокий, низький тембр. Прекрасно. Аїда, єдине, що я хочу, і в чому я з Костю згідна. Не те, щоб я там берусь судити музику, не батлова, вона не форматна для батлу, вона дуже форматна для, ну, просто для слухання, але для батлу вона не форматна. Тобі просто треба проаналізувати на майбутнє, моє просто побажання, проаналізувати реально батлові, експресивні і такі ударні рішення. В композиціях вони можуть, ми можемо їх закладати з твоїм вокалом і з твоєю зовнішністю, ти дійсно можеш порвати. Просто приділи наступного разу більше уваги композиції. З цією композицією я не впевнена, що це вийде. Дякую. А что же так сразу в следующий раз? Подождите, я считаю, что еще не все потеряно. Я лично заеду, возьму и отправлю смс-ку. А сейчас я передаю слово Андрею, прошу. Аида, вы знаете, вы мне тоже очень понравились. Мне понравились вот в этом всем выступлении вы, потом огонь. Мне тоже не понравилась песня, вы меня простите. И я понимаю, Костю, когда вы вышли, у меня первая ассоциация, почему-то мне пропал звук вот в голове, да? И я видел, как будто вы клипы «Лучшие друзья девушки» — это бриллианты. Не хватает Веры и Нади Грановской. Поэтому, конечно, я соглашусь с ребятами, что для здесь песня хороша, для там я не уверен. Ну что ж, мнение судей мы услышали, но напомню, что, уважаемые телезрители, 50% успеха в ваших руках. Возможно, сейчас это прозвучит странно, но я все-таки скажу, 60 копеек могут решить судьбу Аиды. Согласитесь, за 60 копеек в Макдональдсе вам, в Макдональдсе даже, ну я не знаю, бесплатный Wi-Fi не включат, а? Поэтому возьмите и проголосуйте. Потратите 60 копеек правильно. Отправляйте смс с цифрой 7 на номер 7766. Совсем скоро линии для голосования будут открыты, и вы сделаете это.